современном мире классическая поговорка «встречает по одежке» уже не особо актуальна. Первое, на что мы обращаем внимание при встрече, это лицо собеседника. И если оно ухоженное, то с человеком гораздо приятнее общаться. Сегодня поговорим именно о лице, вернее, о летнем уходе за кожей лица. С наступлением лета у кожи лица появляется враг – ультрафиолетовые лучи. Они способны в короткие сроки иссушить верхний слой эпидермиса, забрать из клеток драгоценную влагу и приостановить выработку коллагена, то есть запустить процесс старения. Чтобы наслаждаться солнечными лучами, а не бояться их, освойте несколько правил ухода за кожей лица летом. Перед выходом на улицу позаботьтесь о том, чтобы обезопасить кожу от ультрафиолетового излучения. Для этого за 10 минут до выхода из дома нанесите тонким ровным слоем на лицо крем с SPF-фильтром. Чем выше его показатель на тюбике, тем меньше шансов будет у солнечных лучей проникнуть в глубокие слои кожи и нанести вред. Летом не стоит чаще умываться, это может навредить, ведь подкожные железы и внутренние секреции находятся на страже защиты кожи, поэтому они усиленно работают летом, выделяя жир, который образует своеобразный щит-пленку, отражающую ультрафиолет. Умываясь посреди дня, вы уничтожаете эту защиту. Откажитесь от питательного крема. Летом вашей коже нужен только увлажняющий. Пользуйтесь им дважды в день сразу после умывания. На весь летний период откажитесь от серьезных косметических процедур. Никаких пилингов и скрабов, которые только навредят и так поврежденному эпидермису. Выбирайте или легкие уходовые процедуры в салоне красоты, или домашний уход из того, что растет на даче. Ну и самое главное, не забывайте о питьевом режиме. Ежедневно, начиная с самого утра и до 6 часов вечера, каждый час нужно выпивать по 1 стакану фильтрованной воды комнатной температуры.